сорт острого перца Rosemary Pepper. Переводится как перец розмарин. Это турецкий сорт перца. Самый популярный перец в Турции. Его применяют для засолок, для консервации. Квасят его, сушат, делают с него всевозможные салаты. Его собирают еще в недозрелом виде. Вот когда он такой вот, ярко-желтого цвета. Созревает он от светло-светло-зеленого. Потом становится ярко-желтый. Потом оранжевый цвет. Потом оранжево-красный. И уже ярко-ярко-красный. Красный цвет уже считается, плоды перезрели. Его собирают вот именно вот в таком ярко-желтом цвете. Это сорт очень высокоурожайный. Вот он у меня растет под деревом, еще плюс и сетка. Как бы он солнцелюбивый, ну, чтобы он не переопылился, у меня он растет под сеткой. Как бы урожай не очень. Он любит именно открытое пространство. В открытом пространстве, если на грядках высаживать, высота его будет выше метра. С одного кустика можно собрать до 3 кг такого перца. Срок созревания этого перца от 90 до 100 дней. Острота от 3 до 10 тысяч сковелей. Это среднеострый перчик. Вкус у этого перца сладкий, с фруктовым ароматом. В Турции этот перец называется биберконик. Я знаю, что он широко используется в турецкой кухне. А также особенно в засолках. В любом турецком магазине вы можете встретить консервации этого перчика. Баночки бывают от 100 грамм, почти до 10 литров. Вот такие большие 10-литровые бутыли. И в них закрыт перец. Ну, закрывает его, я же говорил, вот светло-зеленого цвета, либо светло-желтого. Это техническая спелость. Ну, хотя встречается и как бы ассорти вместе с красным. Очень-очень урожайный, так что советую всем. Выращивайте такой себе перчик на огороде. Также вы можете выращивать его и у себя на подоконнике. Я же говорил уже, высота у него будет от 40 до 50 сантиметров, если будет выращивать его в горшках. Если в открытом грунте, он может достигать метр, даже выше. Все зависит от почвы, насколько ваша почва плодородная, соответственно, будет и урожай.